Цепочка началась примитивно. В старом центре Бийска, в развалинах дома, поселилась бездомная собака. Животное облюбовало убежище. Вскоре после чего местные жители нашли 9 маленьких щенков. А дальше по нарастающей. Собак становится все больше и больше. Изначальная проблема-то в чем? Дело в том, что центр сейчас расселяют старые дома. Люди уезжают, оставляют, просто бросают. Кошек, котят, щенков, собак. Надо что-то делать. Я просто крик о помощи. Помогите! В чем-то помогите. Или стерилизовать, или пристраивать. Инициативные бийчане не смогли смотреть, как животные погибают на улице. Люди объединились. Они сбрасываются и покупают для бездомышей каши и мясо. Траты серьезные. Последний раз зоозащитники приобрели порядка 40 килограммов обрези. Готовят они по очереди, затем кормят собак в 2 смены – утром и вечером. Ну, естественно, ну сами понимаете, живое существо невозможно бросить. Мы их кормим. Мы откровенно их ходим, кормим. Какие цели преследуем, чтобы они не кидались на людей. Потом они превратились уже в подростков щенков, которые одичали. Поймать их невозможно. Нас, естественно, не любят. За что? За то, что мы ходим, кормим собак. А между тем бийчане, которые проживают напротив развалин, шокированы ситуацией. Бездомные собаки не дают жить спокойно. Они воют по ночам, растаскивают мусор по всему району, испражняются на ухоженные газоны. Бывает, что и бросаются на людей. У меня 2 детей, которые ходят здесь. Один школьник, один детсадовского возраста. Здесь живут еще дети, взрослые. Я лично провожала бабушку, потому что я, услышав вопли, выглянула в окошко, смотрела, что происходит. Они не пропускали старушку. Я открыла окно, она говорит: «Доча, помоги». Я вышла, провела. Мальчишку маленького провожала, потому что зимой они становятся агрессивными. В связи с тем, что это уже 2 года все вокруг нас происходит. Они становятся агрессивными, кидаются на людей. И что мы потом будем делать, говоря о том, что да, мы как бы любим, защищаем животных. Это все понятно. Но когда загрызут ребенка, это уже будет очень серьезно и проблемно. Обе стороны неоднократно обращались в общество защиты животных «Преданность» с просьбой разрешить проблему и остановить размножение собак. Однако в приюте ссылаются на отсутствие контракта. Работать за спасибо не желают. Да и проблем в этом районе особых не видят. Я живу прямо напротив. Я гуляю с маленькой собачкой. То есть они абсолютно, ну, как бы равнодушно ходят. У нас этих собак кормят с балкона во всех домах в нашей округе, поэтому они в любом случае будут. Они просто там нашли себе место, где им жить. Где люди их кормят, потому что люди это кормили, потому что они привыкли это делать. Ну, они не бросаются на людей. То есть я не знаю, как бы пусть они видео снимут, когда, как бы, если они бросаются. У меня есть куча видео, где они просто ходят равнодушными людьми и все. По словам бийчан, они неоднократно передавали заявки на отлов животных в управление ЖКХ. Но реакции властей люди не видят. Нет контракта, нет работы. А тем временем горожане сбиваются со счету. Бездомных собак становится все больше. И я хочу к людям обратиться, что люди, будьте милосердны, потому что это мы виноваты, что это происходит. Животные беззащитные. Мы же цивилизованное общество. Это цепочка. Мы просим преданность. Преданность в администрацию. Договор нужен. Договор, пока дождешься, они уже выросли. Люди травят, люди просто, ну, стреляют собак. Это же цепочка. Если все делать вовремя, животные будут живы, просто выживут. Зоозащитники хотят предотвратить собачий коллапс в Наукограде. Но люди понимают, что одни в этой ситуации они не справятся. Поэтому просят поддержки местных властей. Сейчас остается только ждать. Возможно, в ближайшее время чиновники смогут выделить деньги на отлов животных. Главное, чтобы за это время не произошло трагических случаев. Кристина Мельхова, Иван Зяблицкий. Будни.